Молодые педагоги встретились с представителями городской власти, отделов образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома, администрации районов города, работников образования и науки. Диалог состоялся на базе 2-й гимназии Могилева. Целью проведения круглого стола стало информирование молодых специалистов об социально-правовой и экономической защищенности, льготах и гарантиях. На мероприятии были затронуты и темы материального стимулирования и развития профессиональной компетентности специалистов. Как было отмечено городскими властями, в Могилеве созданы все условия для подготовки высококвалифицированных кадров. В то же время хотелось бы обменяться мнениями, что сегодня, по их мнению, новому современному взгляду, есть, в чем есть необходимость изменять, находить новые пути воспитания, обучения наших учащихся, что для этого должна сделать городская власть, в чем мы должны помочь, чтобы молодой педагог состоялся как настоящий профессионал своего дела, учитель с большой буквы. На мероприятии молодые учителя смогли задать интересующие вопросы, поделиться своими впечатлениями о работе, рассказать о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться. Администрация во всем помогает, учителя, которые более опытные, тоже помогают, поэтому все замечательно, здорово, мне все нравится. Как бы поначалу было трудно, как бы думал, что буду просто-напросто жить в этой школе, но сейчас как бы все совмещается, даже интересно, все креативно, активно, дети хорошие, все замечательно. В плане уроков мне очень нравится, важно придерживаться того, что детям должно быть интересно, в то же время как и познавательно, в то же время и интересно. То есть нужно здесь как-то постоянно работать, постоянный мозговой штурм, что им сделать такого, чтобы было увлекательно и в то же время познавательно. Первый раз было очень волнительно, потому что, ну, все-таки это не практика, это уже работа, это другая совершенно ответственность. Вот. Но я очень рада, что я попала именно в это учебное заведение. Вот. Здесь замечательный коллектив, замечательные ребята, ну, ученики. В этом году в учреждение образования Могилева пришло работать более 100 молодых специалистов. Проведение подобных встреч предоставляет возможность молодым учителям высказаться и поделиться своими идеями, принять опыт у старшего поколения, а также мотивирует молодых специалистов остаться в отрасли образования и чтить профессию учителя.